Новости. Для школьников лето – это период экзаменов, выпускных и каникул. В это время в крае открываются не только спортивные площадки, но и летние бары, где допоздна засиживаются несовершеннолетние. Что делать, чтобы свободное время подростков было еще и безопасным? Депутаты, представители прокуратуры и Министерства образования обсудили внесение поправок в краевой законопроект. Сейчас на составление протокола об административном нарушении полномочия есть только у глав муниципалитета и администрации, да и с местной власти. Властью на частную территорию не так легко попасть. Николай Новопашин был одним из участников проведения ночных рейдов в нескольких населенных пунктах региона вместе с сотрудниками различных структур. Но полномочий зайти в заведение и остановить правонарушение ни у одного из представителей рейда не оказалось. По-моему, 11:30 ночи мы пошли в парке Победа в кафе. Да? Все это кафе 11:30 ночи забито вот этими подростками. Это летний был период времени. Забито подростков. Мы начали подходить, стоят у входа два амбала, которые говорят, это частная территория, а мы с телевидением, глава района, с нами полиция, с нами представители органов местной власти. Стоят два амбала, это частная территория, вход запрещен. Все. То есть, каким образом мы туда зайдем? Первыми с инициативой расширить полномочия по составлению протокола об административных правонарушениях вышли представители администрации Пятигорска. В летний период подростки в ночных заведениях города-курорта не редкость. Регулировать при действующем законе нелегко. В Краевой Думе решили до следующего заседания устранить все недоработки. 22 июня планируется внести поправки в законопроект. Но уже сегодня депутаты предложили усилить ответственность родителей за время препровождения их несовершеннолетних детей. Ну давайте на работу сообщать родителям, в конце концов, что их ребенок задержан там-то, там-то в 11 ночи, в 12 ночи. Ну должна же быть какая-то, скажем так, мера воздействия на родителей прежде всего. Мария Жирова и Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».